Вдохните на месте, шагом марш. Ну что такое, товарищ? Возмутительно! Сегодня воскресенье! Дадут в конце концов поспать или нет? И вообще совсем не обязательно включать радио на всю катушку! Эй, соседи, слушай! Не хочешь, не слушай. Радио сказала вставать, значит, надо вставать. Зачем злиться, зачем кричать? Делай зарядку, как я. Будешь крепкий, здоровый, незамутимый. Спектакль не мюзикл, не сказка. Это такая история жизненная. Вот. Но принцип ее и идея все равно одна и та же. Мы должны собрать деньги для больших детишек. Это первое. И второе. Мы должны достать удовольствие нашим горожанам, которые придут на этот спектакль, чтобы отдохнуть. Романтики очень хочется. Очень хочется романтики. Романтику точно обещаю. Этот спектакль будет полезен очень многим зрителям, которые придут.